Сегодня готовим потрясающе вкусное блюдо – рыба в томатном соусе. Срезаем с рыбы все плавники, отрезаем голову, моем и режем на порционные кусочки. Если у вас рыба покрупнее, можно удалить хребет и нарезать только филе. От этого блюда будет только вкуснее. После того, как закончили разделывать рыбку, ее нужно посолить, перемешать и обвалять в муке. Муку лучше подготовить заранее, чтобы не отвлекаться от процесса, и вообще все всегда должно быть под рукой. Рыбку нужно обжарить со всех сторон, но не сильно зажаривать. Пока наша рыбка будет отдыхать, мы приготовим соус. Нарезаем лук кольцами или полукольцами, как вам нравится. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем туда томат, соль, перчик и обязательно сахар. Поверьте, сахар придаст пикантность этому блюду. Если вы не любите сахар, можно сделать без него. Но это уже будет совершенно другой вкус. Добавляем туда 2 стакана водички, перемешиваем. Соус готов. Далее рыбку кладем либо в кастрюлю, либо в сковородку с высокими бортами. Заливаем это все соусом, накрываем крышкой и тушим 15 минут. Это очень вкусно. Пробуйте, и вы не пожалеете.